После своего пробуждения ото сна Навальный не дал ни одного комментария по поводу убийства Тесака. Даже на большом интервью у Дудя не нашел и минуты высказаться, и дело не в их взаимоотношениях, а в том, что это показательная казнь, которую он, как оппозиционер, обязан был осветить вне зависимости от отношения к Максу. Заходите в Инстаграм к Навальному. Ну и под постами оставляйте хэштег «Навальный выскажись по Тесаку». Либо пусть на всеобщее обозрение признает, что это убийство. Либо озвучивает версию Минков, или же дальше молчит, что лишний раз покажет, чей он оппозиционер. Алёша, отмолчаться не получится. И те же вопросы задавайте Дудю, посмотрим, какой из него независимый журналист.